Всем привет, ребята, с вами я, Гардли, добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на мой новый видеоролик на канале, где я сегодня, как истинный ГС Мафии, впервые в своей жизни буду коптиться на 0.6 сервере. Возможно, многие не знают, но 30 июля меня поставили на новую должность, это ГС Мафии, то есть до этого я был ЗГСом, вот, благодарен за такую, так сказать, возможность, и решил я немножко соответствовать данному имиджу, чтобы люди кругом мне говорили, что я только гостник. Я решил доказать обратно. Я вступил в одну из банд, в одну из группировок, и сейчас регулярно посещаю копты. Собственно, данную нарезку я как раз таки и хотел вам показать в этом видеоролике. Иногда мы хотим казаться круче, чем мы есть, и вот такая возможность мне выпала. Ну и тем более все время проводить в госках, как Янг Картер, истинный данный гостник, я не имею никакого желания. Понимаю. Егор, ну ты даун! Егор даун. В общем, общую картину я вам описал, рассказал, как это было. Как бы вы увидите сегодня мои первые копты. Это было за банду после школы на кап, но ее снесли. Вот, и предоставилась такая возможность подняться на ступень выше. Это банда Вичей. Стабильные ребята, еще будучи на ЗГС, Мафии и даже просто администратором 4 уровня, я регулярно смотрел за коптами. Эта банда как бы себя очень неплохо показывала, против Альвареза коптились, против Гудсайзов. В общем, стабильность — это их второе имя. Отписавший, так сказать, заместителю данной банды, меня с удовольствием приняли, вот, ну и как бы предоставили такую возможность покоптиться, проявить себя. В общем, не буду долго затягивать, давайте начнем видеоролик. Играю я на 6 сервере, вводите мой промокод, который у вас на экране, он дает вам хороший бонус при начале игры. И давайте не буду долго затягивать, переходим к видео, let's go. Нравится всем вам, я не стану сознаваться, когда будет полный зал. Они маленькие люди, это видно по глазам. Этих маменьких сыночков я протру, как пармезан. Слышь, мы дышим свободно, мы живем свободно. Папа научил мне верить. Бежишь от судьбы, мы бежим по битам. Я не умру сегодня, может и не завтра. Это ли судьба? Я этого не знаю. Дорогая, здравствуй, моя жизнь не сказка. Не иди за мной, если хочется влюбляться. Я умру сегодня, может и не завтра. Это ли судьба? Я этого не знаю. Дорогая, здравствуй, моя жизнь не сказка. Не иди за мной, если хочется влюбляться. Нахуй твою музыку, тебя волнуют цифры. Среди вас я и мои братья как туристы. Ты останешься сезоном школоты на вписках. Ты продался, а твой слушатель купился. Вы не видите дерьмо, значит вы люди с катарактой. Где я пропадал, я воспитывал характер. Вытирая ноги, о них половые тряпки. Все это как цирк, интереснее на антрактах. По всем оплачет дуло автомата. И мне будет поебать, когда я стану прахом. Когда умру, скажите другу, чтоб он сжег меня нахуй. Не только Бог знает правду. Я не умру сегодня, может и не завтра. Это ли судьба? Я этого не знаю.